Спортивный бал стал для студентов МПГУ одним из любимых мероприятий. По словам педагогов, здоровый образ жизни всегда был в приоритете у студентов университета. За 20 лет копилка спортивных наград только пополнялась, а молодые команды по сложившейся традиции занимали лидирующие позиции по всем видам спорта. Вот этой командой и многими другими командами, именно университетскими, мы объездили по России по разным поводам. И спасибо вам, Елена Анатольевна, спасибо вам, Елена Анатольевна, за то, что жизнь в университете, и была именно жизнь, жизнь интересная, и осталась у нас в памяти и в сердцах, как один из прекрасных моментов нашей жизни. И сейчас в МПГУ есть свои активисты. Шаену Манукяну вручили целых 4 благодарственные грамоты, 2 из которых за организацию и подготовку соревнований. Как говорит сам студент, спортом занимается на уровне любителя. Предпочтение армрестлинг, воркаут и тяжелая атлетика. Однако Шаен с удовольствием принимает участие в командных состязаниях. У нас очень дружный, так сказать, спортивный коллектив. Мы все друг с другом взаимодействуем очень хорошо, неважно, участвуем или не участвуем в соревнованиях, у нас филиал, в общем, сам по себе дружный. Это здорово, когда ты защищаешь честь своего университета, занимаешься спортом для себя, когда это ценится и тебе хорошо, и остальным тоже приятно. Более 25 человек ежегодно отстаивают честь вуза в городских соревнованиях. Как отмечают студенты, призовые места им помогают занять профессионализм и поддержка наставников. Участвую в спортивных мероприятиях, это очень сближает, и мы уже не просто преподаватель и студент, а практически друзья и даже где-то родственники. Потому что на том же мероприятии, как туристический слет, мы там проводили по 3 и более дней. То есть мы ели, спали, выступали на всех соревнованиях, все это было вместе. За год студенты МПГУ принимают участие более чем в 20 спортивных состязаниях. Администрация Анапского филиала МПГУ за плодотворную работу благодарит своих коллег. Управление по физической культуре и спорту, Управление по делам молодежи, Центр военно-патриотического воспитания «Ратмир», детско-юношескую спортивную школу «Виктория», муниципального образования город-курорт Анапа. Преподаватели уверены, с каждым новым учебным годом результаты студентов будут только улучшаться. 2018 год – юбилейный год для Анапского филиала МПГУ. С 18 июня приемная комиссия университета ждет выпускников школ и средних специальных учебных заведений. В этом году учиться на бюджете смогут более 200 студентов. В МПГУ начинается путь к успеху. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.